10 лет плодотворной работы. Свой юбилей празднует сеть многофункциональных центров «Мои документы». В честь этого события прошло торжественное награждение сотрудников организации. Они всегда на связи и готовы решить любую проблему. Как все начиналось, к чему пришли и что в планах, расскажет Альбина Ламкова. Эксперимент по созданию новой системы взаимодействия граждан с органами власти стартовал 10 лет назад. Сервис в нашей республике можно получить в удобное время, в комфортном современном офисе, в сопровождении вежливого специалиста многофункционального центра. Ежедневно оказываем больше 1000 услуг. В год, за прошлый год это 345 тысяч услуг. Если выкинуть выходные, даже больше 1000 получается. А в общей сложности за 10 лет мы оказали больше 2 миллионов. 2 миллиона 570 тысяч. На сегодня МФЦ представлены во всех районах республики. Выполняя инструкцию, работники центра «Мои документы», а трудятся в ведомстве 296 человек, стараются сделать чуточку больше. Перешагнуть барьер, отделяющий их от клиентов. Стать рядом, объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис. О важности нашей работы в свое время сказал президент Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что МФЦ – это лицо государства. Дружелюбное, профессиональное, комфортное. Думаю, что мы именно такими и стали. Доступно, удобно и комфортно оказывать услуги специалистами реализовано. В планах сделать МФЦ единственным центром очного взаимодействия граждан и бизнеса со всеми органами власти, начиная с муниципальных, заканчивая контрольно-надзорными и правоохранительными. На сегодняшний день специалисты оказывают порядка 900 разновидностей услуг, но это не предел. Можно увеличить их количество более чем в 2 раза. Свой первый большой юбилей МФЦ Республики встретил в кругу сотрудников, коллег и представителей власти. На торжестве говорили о востребованности службы в жизни муниципалитета и результатах деятельности за 10 лет. Лучших сотрудников отметили благодарственными письмами и грамотами. Собрав под одной крышей в формате одного окна практически все органы государственной власти, многофункциональные центры избавили наших граждан от необходимости бегать за справками и позволили экономить и время, и в одном месте решать все вопросы, которые их волнуют. Все это говорит о том, что деятельность многофункциональных центров стала неотъемлемой частью жизни наших граждан. МФЦ объединяет добрых и искренних людей, которыми движет желание быть полезными, говорили на торжестве. Ведь только за один визит можно подать сразу несколько заявлений, а затем лишь забрать готовые документы. Одним из важных качеств, наверное, все-таки стрессоустойчивость и трудолюбие. Все-таки, и, наверное, надо любить свою работу, чтобы для того, чтобы работать в МФЦ, именно заявителями в этой сфере. Если не любить, то я думаю, что столько лет проработать не получится. Нас обучали, естественно, органы власти. Им огромное спасибо. Они нас очень хорошо поддерживали, обучали, консультировали. Многофункциональному центру пожелали и дальше с успехом развивать свои услуги, чтобы у людей была возможность как можно скорее получить ответы на все вопросы, выразив особую признательность и благодарность коллективу за качественный труд, ответственное отношение к работе, заботу о людях и преданность делу. Альбина Лапкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.